Члены постоянной депутатской комиссии по вопросам образования, охраны здоровья, культуры, спорта и по делам молодежи обсудили качество организации питания школьников в учебных заведениях. В пятницу прошло заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам образования, охраны здоровья, культуры, спорта и по делам молодежи. Согласно повестке дня рассматривалась тема организации питания в учебных заведениях. По вопросу докладывали представители городского отдела образования во главе с руководителем Валерием Кушниром. Кроме того, члены комиссии лично побывали в школах и высказали свое мнение касательно организации питания детей. Надо отметить, что отделом образования, администрациями школ выполняются нормативы по питанию, то есть все бюджетные средства, которые выделяются, они осваиваются полностью. Кроме того, выделяется дополнительно еще ассигнование с местного бюджета. Городским отделом образования, директорами школ проделана определенная работа по организации школьного питания. Надо отметить то, что уже выработалась определенная система в организации питания. Ну и школы не стоят на месте, год от года прибавляют, больше охватывают детей бесплатным питанием. Второй год подряд проводятся витаминные завтраки, это дети получают яблоки. А сегодня на комиссии был поднят вопрос о том, чтобы расширить ассортимент этих витаминных завтраков. Рекомендовано главному врачу нашей больницы Марнянского Олегу Федоровичу обеспечить все-таки школы, те, которых нет медсестер, медсестрами, с целью, чтобы контроля за проведением питания школьников. Члены комиссии рекомендовали также на будущий год включить в план капитальных ремонтов такие объекты, как столовая третьей школы, пищеблоки второй и третьей школы, система вентиляции в школе номер 6. Также была рекомендация, чтобы продолжать работы по пополнению замены устаревшего оборудования в пищеблоках школ, как на будущий год, так и в последующие годы. Следующее заседание депутатской комиссии по вопросам образования, охраны здоровья, культуры, спорта и по делам молодежи состоится в октябре.